Фестиваль «Пульс 5 миллионов» проходил в Туапсинском районе в течение 3 дней. В этом году его участниками стали порядка 400 журналистов. А организатором встречи традиционно выступил Департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края и Союз журналистов Кубани. Вениамин Кондратий провел встречу с руководителями ведущих федеральных СМИ, на которой в том числе обсудил вопросы дальнейшего эффективного взаимодействия. А в разговоре с журналистами края временно исполняющий обязанности губернатора обсудил роль СМИ в современной жизни и резюмировал, что основная задача журналистики – формирование нравственного самосознания. Также глава региона особо отметил роль районных средств массовой информации. Я еще раз подчеркиваю, вот с вас начинается большая журналистика, хотите вы или нет. Вы формируете изначально тот пласт, на котором строится все остальное. Я оставляю за вами право писать и говорить о всех проблемах жизни. Для меня это принципиально важно. Я хочу понимать не только то, что говорит мое окружение, но хочу понимать то, что говорит народ посредством вас. Объективность. Коллеги, только объективность. Почему я называю коллеги? Потому что мы четвертая власть. Об объективной позиции о настоящем и будущем журналистики в это непростое и, как выразились сами представители СМИ, неожиданное время, говорили и за круглым столом. Перед слушателями выступил главный редактор газеты «Московский комсомолец». Что мешает СМИ развиваться? Экономика, качество, доступность, новые медийные ресурсы, соцсети. Эти и другие актуальные для журналистов вопросы обсуждали председатели Союза журналистов, редакторы и руководители СМИ. Еще есть одна очень важная проблема. Это СМИ власть. Где вот тот паритет? Где тот вот консенсус, когда СМИ может и должно говорить о каких-то проблемах, которые сегодня существуют в социальной сфере, в градостроительстве или, так сказать, в вопросах, связанные с политическими преобразованиями. Все эти вопросы, конечно же, должны волновать и журналистов, и общество. Вот журналисты и общество, журналисты и власть – это тоже очень большая тема для дискуссии. Говорили журналисты и о единстве, решили активнее объединяться. Сегодня в стране создается ассоциация медийных структур, не в противовес, а как альтернатива Союзу журналистов России. Здесь также будут защищать экономические и журналистские права. Вступить в новую организацию предложили и кубанским журналистам. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.